С 17 января вход на каток в Наташинском парке осуществляется по пропускной системе. Для этого нужно зайти на сайт катка или через QR-код на входе в прокат, зарегистрироваться, выбрать время сеанса и получить код. Также его можно получить и в кассе проката. QR-код на посещение катка приходит сразу на смартфон и дублируется на указанную в анкете регистрации почту. На входе ваш код отсканируют, и только после этого вы сможете выйти на лед. Система создана для контроля количества посетителей, максимальное число которых 150 человек. Обращаю ваше внимание, что вход на каток по-прежнему бесплатный.